Народное признание. На авторадио «Сургут» в прямом эфире инициаторы и представители жюри проекта озвучили предварительные итоги второго тура голосования. Так, по последним данным, на сайте телерадиокомпании «Сургут Интерновости» и в специальной группе ВКонтакте в общей сложности проголосовали более 13 тысяч человек. Напомню, отдать свой голос за самого достойного, по вашему мнению, претендента на народное признание можно до 28 августа. Сделать это можно на нашем сайте indifisnews.ru. На информационном портале «Про Сургут» и по номеру телефона 8 803 300 ровно 55, где последние две цифры – порядковый номер номинанта. Это, пожалуй, один из самых больших и значимых проектов телерадиокомпании «Сургут Интерновости». Данный проект очень важный. Ну, вот лично от себя скажу, мы живем в этом городе, мы встречаемся с этими людьми. Давайте все вместе скажем им спасибо нашим дорогим, любимым врачам.